Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики. Мы вместе с вами набрали 410 подписчиков. И как я обещал, на 400 подписчиках мы разыграем 3 монеты. Адрес для связи я в ссылочке напишу к этому видео, адрес почты оставлю, e-mail, и оставлю, наверное, ссылочки на мой канал ВКонтакте и в Одноклассниках, наверное. Еще есть некоторые соцсети, но там они такие не очень распространенные, поэтому мы в них не будем ничего скидывать. Ну вот, начнем. Вот я сижу и думаю, как быть, если Украина выиграет. Я даже не знаю. Что-то с почтой не очень налажено и так далее. Как-то будем решать этот вопрос на личном, как говорится, в личной беседе. Поэтому все одинаковы перед розыгрышем, и я думаю, начнем. Вот я вставил здесь уже. Сейчас чуть-чуть подниму повыше, чтобы все охватить. Вот я вставил ссылочку на этот ролик, который говорит об розыгрыше. Вот генерировать мы нажимаем, и здесь появится первый человек, который выиграл 10 копеек 1928 года. Билончик, ранние советы. Итак, поехали. Владимир Гончаров. Участвую, Россия. Поздравляю. Сейчас мы проверим, Владимир Гончаров подписан на мой канал или нет. Гончаров. Вот есть подписочка на мой канал. Значит, эта монетка уходит к нему. Возвращаемся. Так. Запишем. Жду вас на связи, получить от вас адрес и отправить вам этот приз. Так, кто же будет следующий у нас победитель? Так, чуть-чуть вот генерировать. Опачки, нажимаем. Участвуй, с меня лайк и подписка ART08. Так, ART08, вы также свяжитесь со мной, и вы выиграли 15 копеек 1925 года, ранние советы, Билон. Ну, там она некоторая разновидность интересная, вам понравится. Итак, 20 копеек 25 года мы разыгрываем со следующим подписчиком. Кто это будет? Цветы лебеди. Поздравляю. Старым Новым Годом, желаю здоровья, счастья, любви, всех благ тебе, мой верный друг. Цветы лебеди, он живет где-то за границей. Я даже не знаю, как мне быть. Ну, я с ним отдельно обговорю этот вопрос. Обговорю этот вопрос. Как и что с ним быть, но так, чтобы выслать конкретно по России, я думаю, еще один раз нужно сгенерировать. О, опять цветы лебеди. А что такое? Два раза он подписался. Уже нарушение. Ильич Кирпич.
Ну, вот Ильича Кирпича я знаю, но проверим на подписку. Нажимаем каналы. И Ильич Кирпич проверяем, проверяем. Потому что если условия не выполнены, то я не имею права вам отправить этот приз. Но я надеюсь, что все у нас получится. Так что все у нас получится в лучшем виде. Итак, вот мы наблюдаем чуть-чуть, опачки. Вот. Подписан на мой канал, значит, все достоверно. А с гусями-лебедями, цветы-лебеди, мы разберемся по-своему. Я ему напишу. Во-первых, он оставил два комментария, что уже как бы считается, ну, неправильным. Один комментарий оставлять надо, это нечестно. Я там не проверял, кто сколько ставил, но всегда как бы полагаюсь на честность. Это всегда ценится. Ну вот, оставлю я внизу, где можно со мной связаться. Всех выигравших поздравляю. Желаю. Также выигрыши и в других моих розыгрышах, которые будут проходить, я вас уверяю. Развитие канала, общение и так далее. Это все работа, работа, какая-то жертва в какой-то степени. Ну, всего доброго. До свидания. С вами был канал Олег и Ко. До встречи. Ставьте лайки, подписывайтесь.